Последний оплот свободной торговли должны были демонтировать несколько лет назад, однако сделать это было непросто. Рынок оказался на удивление живуч и благополучно пережил всех своих собратьев. Но ненадолго, уже несколько дней, на площадке у «Ритма» идут работы. Рабочие еще не успели окончательно разобраться с ларьками и палатками, а рынок, теперь уже бывший, уже успел стать яблоком раздора. Речь идет о земельном участке. По словам главы города, в мэрию обратился депутат Петросовета Святослав Нефедов с просьбой устроить на освободившемся участке парковку для «Ритма». Однако жители Куковки заявили, что слуга народа решил пожертвовать интересами своих избирателей ради собственной выгоды. По словам горожан, на этом месте должен находиться социальный объект. Например, спортивная площадка. Площадка или зона отдыха. Мы просим администрацию, отдайте это жителям. Отдайте жителям. Если он депутат, а он депутат Петросовета, он должен думать о тех избирателях, которые за него голосовали и ему доверяли. И если он не хочет потерять это доверие, то он должен забрать свое заявление и отказаться от этой затеи. В мэрии пообещали вынести этот вопрос на всенародное обсуждение и провести публичные слушания. Как заявили жители района, заполучить участок без боя у бизнесмена не получится. Горожане уже собирают подписи под обращением к президенту и в любой момент готовы массово выйти на митинг. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».